Привет, меня зовут Ирена Понарошку, я телеведущая, блогер, журналист, но во вторую смену работаю с женой и мамой. Мне 33 года, и сейчас я чувствую себя гораздо более привлекательной, чем 10 лет назад. Последние 8 лет я вегетарианка, веду максимально здоровый образ жизни, насколько это позволяет делать жизнь в мегаполисе и наличие мужа-диджея. Занимаюсь йогой, пью много воды, контролирую количество сладкого, слежу за составом и качеством продуктов, которые оказываются на моей тарелке, стараюсь пораньше ложиться спать вместе с ребенком и также рано утром вместе с ним просыпаться. Я знаю много способов обмануть возраст и с удовольствием поделюсь ими.